Это наша подкова на счастье? Конечно. Разве это не счастье положить на унитаз сиденье собственного изготовления? Кого там еще черт принес? Добрый вечер, ваши хатья. Кто там, сынок? Торба. Ты что, опять кому-то должен? Сколько раз тебе говорить, я для тебя не Торба, а Торба Степан Степаныч. О, наконец-то кто-то пришел, кто и нам должен. Привет, Степаныч. Я вам потом десятку занесу, да, хорошо? А что это у тебя, Василь? Это крышка для унитаза, сам изобрел. Изобрел? Конечно. По-моему, ее до тебя уже кто-то изобрел. У нас еще в школе такие, я помню, были. Да. Все новое, хорошо забытое старое. Китайцы тоже порох изобрели, а потом забыли. Ну, как то порох, а это крышка для унитаза. Так ты тоже почтальон, хотя и торба. Ну ладно, ладно, я к вам по делу. Да? По делу-то хорошо, у меня давно не было делов. Вот пакет. Пакет из исполкома. О. Уважаемые жильцы, в связи с задолженностью по уплате коммунальных платежей большинством ответственных квартиросъемщиков, сообщаем вам, что ЖЭК номер 13 отказывается от обслуживания вашего дома. Все коммунальные расчеты и балансы переходят в ведение жилищного кооператива, который вы организуете сами. По факту раздела жилой площади между ответственными съемщиками, а также перехода ее в частную собственность. С уважением, председатель исполкома Апони. Ну, что скажете? А что надо сказать? Надо сказать, я пошел домой. Я пошел домой. Минус один. И все же, что будем делать? Что-что? Лишнюю жилплощадь поделим по-братски и будем сдавать? Чистый доход? Вот. Правильно, и на пиво появится. Поздравляем, поздравляем. Что-то не так. Мы разве никого не поздравляем? Ну, почему же? Поздравляем друг друга. С завтрашнего дня мы являемся собственниками. Долой, ЖЭК! Здрасте. Я что-то пропустила? Что празднуем? Секрет. Это сюрприз. Когда ты так говоришь, мне становится страшно. Опять что-то изобрел, а? Лучше. Ой, лучше. Тебе звонили с биржи. Ты нашел работу. Не, лучше. Шо? Мама перестала притворяться и сходила в магазин за хлебом. Лучше! Дорогая, мы наконец-то завтра начнем делить дом. Только этого мне не хватало. Так, спокойной ночи, дорогие друзья. Да вы серьезно, ма? Только крышу не разбирайте и кирпичи оставьте в покое. Отлично. Минус два. Ни хрена себе. Это что, сон?
Нет, это все-таки не сон. Ах так, ах так, ах так. Стой! Стрелять буду. Ты что это делаешь, сволочь? Попрошу покинуть территорию, которая находится в частной собственности. Что? То, что слышал, пожалуйста. Паспорт. Дальше, дальше читай. Эдуард Бевс является собственником уборной по адресу. Что это за бред? Это не бред. Не бред, а Бевс. Собственник Бевс. Так что выметайся. Сейчас еще и штраф заплатишь. За что? А за отправление естественных надобностей на территории, являющейся частной собственностью. 56 гривен. Это еще за что? А за то самое. Я к тебе в комнату гадить не хожу, хотя и не мешал. Так, а куда же я сейчас буду ходить? А это ваши проблемы, Василий. Хоть пешком под стол, что называется. Так что зарубите себе на носу. Вход сюда теперь платный. 1 гривна за посещение. Ты сволочь! Прекрасно, Василий. С вас 1 гривна 50 копеек. Вам еще есть что сказать? Прекрасно, Василий. За вот это выражение глаз с вас 2 гривны за посещение. Будем дальше торговаться? Ну, послушай же ты меня, Галочка. Зачем вам балкон? У вас же холодильник есть. А у вас, как будто, Альбиночка, холодильника нет. Нет, подруга моя, дело не в этом. Мне просто необходим балкон. Я принимаю солнечные ванны. Солнечные ванны? Ну так залезь к себе в ванну. И пусть тебе там твой Эдик солнце светит. Ну что ж ты так обижаешься, дорогая моя, ну? Ну а где я буду белье сушить, драгоценная моя? Где? Ну, белье, например, ты можешь сушить у себя в больнице через дорогу. Что? Да, там же, кстати, и прачечная есть, ты можешь там и стирать. Согласна? Спасибо. Значит, я могу взять балкон, а ты займешь помещение мусоропровода. Его еще пока никто не занял. Согласна? Нет, не согласна. Что же это получается? Я должна нюхать пищевые отходы, а твой Эдик солнце свое пузо греть на балконе, да? Да он, когда в окно выглядывает, то молоденькие девочки на другую сторону улицы перебегают. Думаешь, что извращенец? Нет. Это когда твоя мама выкатывается на балкон и храпит там, то у машин просто срывает сигнализацию, и птицы перестают петь. Да что ты говоришь? А ты, когда в своем страшном халате моешь окна, то мужики выстраиваются у дома и кричат: «Здравствуй, ужас! Здравствуй!» А ты? Ну, шо я? Шо я, а? Шо? Пей теперь сама свой кофе. Клизма кофейная. Не такая уже я и клизма. На меня, между прочим, еще больные засматриваются. Стоять! Бояться! Здрасте, Екатерина Львовна! Не поможет. Екатерина Львовна, что с вами? Вы меня не узнаете? Это я, Эдик. Ты мне зубы не заговаривай. Здесь теперь я хозяйка. На этой лестнице. Паспорт.
Богданович Екатерина Львовна является собственником лестничных пролетов и лестничных клеток по адресу. Не балуй! Пальну так, что хрюкнуть не успеешь. Что, что, что? Екатерина Львовна, а может быть, мы как-нибудь договоримся? Да-да, ты сейчас договоришься. А что там у тебя? Колбаска. Да, колбаска. Ой, хорошая вкусная, сырокопченая. Тогда плати пошлину за ввоз и внос. А спиртное вообще на улице оставь, запрещаю. Опять будешь мне песни горланить до утра? Да я тебе сейчас... Бабка, ты чё, ты чё? Ну, ты чё ты делаешь-то? Ружьё. 53-го года. ТОС. Чок-перечок, двухкурковка. За 50 лет ни единой осечки. Да пожалуйста, вот сейчас пойду. Альбине крикну, пусть веревку с балкона кидает. Там у меня Оксанка зарегистрировала стену и воздушное пространство перед домом. У нее там ПВО. Понимаешь, Славочка? Ну, нам совсем не хватает жилплощади. Ну, ты же видишь же. Ну, развернуться просто негде. Угу. У нас одна комната, у тебя две. А живешь ты один. Угу. Один, один. Тортик бисквитный. Такой вкусный. Вкусный-вкусный. Да. Ну, так вот, нас двое... Но скоро будет трое. Это я тебе по секрету говорю. Об этом даже Этик не знает. Трое? Трое, трое. Да. Что, мама твоя приезжает, да? Беременная я. Вот уже третий год. Чего? Ну, хорошо. Ну, в смысле, один месяц. Господи, ну один день. Только ты Эдику не говори. Хорошо, что я беременная? А я-то тут при чем? Ты не при чем. При чем твоя квартира? Значит так, давай меняться, а? Давай. Ты, значит, нам свою двухкомнатную... А мы тебе свою однокомнатную, плюс балкон, галки не прухи, плюс помещение у мусоропровода, а? Подумать надо. Ой, думай, думай. Думай. Думай, у меня еще тортик есть. Как ты любишь. Бисквитный. Но будем меняться. А ты что, правда беременная? Ты что, не веришь мне, что ли? Да клянусь. Да чем тебе поклясться, а? Чтоб ты поверил. Хорошо, хорошо, давай, вот так вот. Если я вру, вот пусть сейчас здесь появится Эдик. Ты зачем здесь? Откуда? От верблюда. Непрухи воздух у дома захватили, ПВО поставили. Из пушки палят. Взрывной волной занесло. Вот. А ты говоришь, беременная. Кто беременный? Я обещал тебе сенсационный номер. Да, дядя Степа. Обещал, что ваш главный редактор сделает тебя своим помощником. Да, да, дядя Степа. Теперь смотри и удивляйся. Первый дом, живущий без Жека. Без Жека? Да. Стой, кто идет? Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина Львовна. К нам гости. Какие такие гости? Я журналист газеты «Нифига себе». Петр Пидопрыгора. Хочу написать статью о вашем доме. Первом доме без ЖЭКа. Пару вопросов о вас и ваших соседях. Пожалуйста, пожалуйста. Минутку. А чего это они? Они хотят платить за хождение по моей лестнице. Вот и ездят по перилам. Просто семья мартышек какая-то. Я даже сфотографировать не успел. Здравствуйте, Петр Егорыч! Это наш профессор биологии. Отличный кадр. Да, кадр тот еще. Вчера прямо из окна выпрыгивал. Там его студенты ждали. Растянули простыню, он пружинил, 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 пружинил. Так они все вместе на лекцию и опоздали. А скажите мне, пожалуйста, как вам пришла на ум такая великолепная идея приватизировать лестницу? Ну, так здесь же сектор обстрела лучше. А ночью? А ночью прибор ночного видения есть. Зять изобрел. Когда вы спите? А у меня бессонница. Да, вашим соседям не позавидуешь. Да. Если до конца недели не рассчитаются за газ, я им точно не завидую. Какой газ? А вы трубу видели? Желтую вдоль дома. Тоже моя. Стой, кто идет! Еще не все. Не позволите? Пожалуйста, пожалуйста. Как говорится, кто к нам с фотоаппаратом придет, от фотоаппарата и... Эй, вы там наверху! Я все слышу! Без денег здесь не ходят! Вот это драйв! Американские горки отдыхают! Эдик, сволочь. Туалет мой. Сам мой свой туалет. Владелец коридора дурак. Доверюсь я на нем, тайну угадаю, чему я не сплю, чему не летаю. Чому я не сохел, чому не летаю? Ну как? Супер. Я вот только не разобрал, что это было. А все очень просто. Он ходит в свой туалет через мой коридор. А куда, простите, ходите вы? Ты кто такой? Это журналист из газеты «Нифига себе». Пришел к нам делать материал о первом в стране доме, который не пользуется услугами ЖЭКа. Не пользуется, не пользуется, чтобы им пусто было. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Пожалуйста, проходите, пожалуйста, проходите, проходите. Проходите, проходите. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Василий, а что это за бойкая старушка с ружьем и в коляске? Моя теща. Белку в глаз бьет. А что это за пушка у самого подъезда? А,
Это жених моей дочери, артиллерист. Охраняет ее собственность и мирное небо над нашим домом. Все-таки как хорошо вы распределили собственность. И все живут в мире. Ну да, да, да. Да, дядь Степа, вы были правы. Это настоящая сенсация. 50% гонорара ваши, как договаривались. Ну, пожалуйста. Это мой племяш. Всем племяшам племяш. А это мои соседи. Всем соседям соседи. А теперь фото на память. Ну, зовите всех. Вон, зови Альбину и Эдик. А нас не надо звать. Хорошие люди всегда сами приходят. Да, словно кирдык. Он тоже сам приходит. Вова, иногда правда мешает кранты, они раньше приходят. Это если капец и трындец не справятся. Все равно Кондратий старше всех. Поверьте, я знаю. Друзья мои, ну будьте же оптимистичны. Завтра вы все станете знаменитыми. Ну, а теперь напоследок мне бы хотелось сделать фото того документа, который вас осчастливил. Василий. Все коммунальные. Расчеты и балансы переходят в ведение жилищного кооператива, который организуете сами. С уважением, председатель исполкома А. Пони. Позвольте, но он фальшивый. Как? Шо? Почему? Не может быть! С ума сойти! Что за ерунда? Как фальшивый? Ну да, фальшивый. Коммунальный пишется с двумя «М». Председатель здесь, без гласных. В общем, и потом. Что за странная фамилия Апони? А государственная печать. А гербовая печать. Скажите, пожалуйста, наше государство называется 50? Украина! При чем здесь 50? При том, что печать сделана чернилами с 50-копеечной монеты. Позвольте, позвольте. А у меня есть еще один документ. Степан Степаныч лично к нотариусу сопроводил. 50 гривен заплатила. Нотариально заверенный паспорт. Так и у меня. И у меня. И у нас. И у нас. Мамина подпись, дедушкина печать? Что? Дядя Степа, что за шутки? Объясните. Это не я, это они. Пощадите. Мы живем на окраине города, у нас нечего кушать. Мама – бывший нотариус, дедушка – бывший бандит. Но он больше не будет. Честное слово. Семья жуликов! Убью! Но торпа, негодяй лысый, а? Мерзавец!